спортклубе дзюдо на Сараево и аншлаг. Кроме борцов, здесь и боксеры, и представители различных восточных боевых искусств. Все пришли пообщаться с бойцом ММА, мастером по самбо, серебряным призером России по боксу Сергеем Харитоновым. Желаю ребятам, чтобы процветали, стремились, тренерам, чтобы не останавливались на достигнутом. Хорошие ребята, что нормальная, здоровая молодежь. Глаза горят, все улыбаются. Техника на достойном уровне. То есть тренера работают. Город живет. Это приятно. Город живет спортом. Это большое дело. Самарские спортсмены надеются, что это не последний семинар со звездой ММА. На этой встрече даже те, кто выступает за сборную России, узнали для себя много интересного. Например, секреты, как лучше подготовиться к соревнованиям и как мотивировать себя на победу с более сильным и титулованным соперником. Мы очень рады, что он нашел для нас время и уделил это время нам, поделился своими секретами, в общем. Очень простой человек, в общем, мы все задавали ему вопросы и по спортивной деятельности, и вообще, как он, и на все вопросы ответил. Самарские спортсмены в долгу не остались, провели для звезды ММА показательные выступления. Мы пригласили все свои спортивные школы. Это обмен опытом, это очень полезное такое мероприятие для наших детей, для подрастающего поколения. Также приходили и взрослые спортсмены, и тренеры. Сергей Харитонов уехал, но обещал вернуться. И больше времени уделить не только общению, но и практическим занятиям. Ведь в Самаре, заметил мастер ММА, много перспективных спортсменов, которые практикуют разные виды борьбы и боевых искусств. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.